Всем привет! Очередное видео про гармонь с MIDI-системой. Гармонь 301 до-мажор, предназначенная в Магнитогорск. Сейчас покажем, как она звучит, как подключается. Немножечко дополнений с прошлого видео, в котором показывал, как подключать, как играть, как пользоваться. Начальные такие моменты вот этой красавицы-барыни в соль-мажор, которая у нас едет в Кострому. Кострома, привет! Всем привет! Всем подписчикам привет! Вот, ну и дополнение, сказал, не помню, говорю, дополнение по тому видео, что я там сказал, немножечко что-то дополним, что-то, так скажем, подкорректируем. Вопрос был в комментарии по колонке, какая модель. Ну, я просто решил в этом видео покажу вам, а вы паузу нажмите и вот все это дело почитайте. Вообще, название Behringer, вот, смотрите, вот. Behringer. Вот такое название. А здесь модель. Они уже, наверное, получше есть модели, потому что это уже 5 лет назад бралась. Давненько колоночка. Все, вот это вот, я надеюсь, вам будет из этого понятно. Ну, вот видите, она такая, вроде бы как не тяжелая. Я ее вот смог перенести, показать. Но не такая уж прям легкая, чтобы, как говорится, в руках носить на далекие расстояния. Есть модели с колесиками. И с ручкой. Такие. Поэтому смотрите, ищите. Каждый для себя найдет. Поясняю по тому, что я в прошлом видео сказал по поводу колонки, которую вы можете на первое время, так скажем, приобрести в любом магазине. И я сказал, что можете уложиться в 2-3 тысячи. Но лучше берите сразу качественную колонку с качественным звучанием. Подороже, потому что нет ничего более постоянного, чем временная. Вот эта временная колонка, она не даст вам полноценно насладиться этим шикарным звучанием, которое готовилось для наслаждения именно и кайфа от игры. Ну, давайте вкратце вот такое вот сравнение, которое первое мне приходит в голову. Вы купите Mercedes, чтобы наслаждаться комфортом езды по ровной дороге на дальние расстояния, а будете ездить на нем на рыбалку по грунтовке. Вот это почти то же самое, что вот если вы возьмете недорогую колоночку, которая будет рыпеть, кряхтеть, не передавать все качество звучания, и вы разочаруетесь, расстроитесь. И все. Так, поехали, давайте постепенно. Гармонь до мажор. Как всегда, иногда забываю, но когда не забываю, это делаю. Обязательно на гармонии с MIDI-системой я играю просто на гармонии, чтобы скептически настроенные граждане, которые часто говорят, что это ерунда, электроника, все это, чтобы поняли, что гармонь остается гармонией. На ней можно играть. Также, как играли всегда, плюс у вас появляется возможность в любом месте, где вам удобно, причем даже там, где нет сети, электричества, подключить колоночку и играть, и уже разнообразнее. Ну, в общем, таких видео, где люди играют, на YouTube полно, и на моем канале можете посмотреть. Вот. Тот же Саня Цыганов, один из моих подписчиков давнешних. Сань, привет, если смотришь. Можете посмотреть, есть и с ним ролики. И у него на канале ролики, как он зажигает на этой чудо-гармонии. У него Куликовка, кстати, Куликовочка. Так, поехали. Какой порядок подключения? Получили вы гармонь. Подключаем колоночку. Ну, она у меня от сети уже работает, потому что я уже говорил, аккумулятор уже подсдох. Провод. Здесь громкость можно уменьшить. Подключаем. Ну. Кстати, насчет беспроводного соединения это тоже возможно. Просто мы делаем комплект минимально необходимый для того, чтобы получить и сразу играть. Сразу использовать. А беспроводное вы можете сами сделать это, приобрести
в любом музыкальном магазине. Идете с гармошечкой в музыкальный магазин и подключаете, пробуете все колонки, все провода и беспроводные системы и так далее. Вкл. Включили. Первая доля секунды. Здесь показывается процент зарядки аккумулятора внутреннего. Прибавляете еще. Огонь. Но, опять же, я уже упоминал о такой минус, так прямо скажем, минус этой колонки, потому что панель управления сзади, и мне неудобно. Вот если она будет вот так, она будет совсем по-другому звучать. Ой, будет совсем по-другому звучать, потому что качество и частоты некоторые теряются об стенку, как говорится, когда она в стенку играет. Ну, вот так, совсем по-другому. Чуть подубавим. Вот и все. В принципе, вы уже можете играть, переключать пресеты, но как переключать пресеты, тут ничего сложного нет. Я в прошлом видео показывал. Но можем пробежаться. Можно любой из пресетов задублировать с последним. Нажимаете Dual. Теперь можно подключить ударные, чтобы при нажатии на бас и аккорд играли, звучали ударные. Нажимаете и погнали. Соответственно, ударные можно настроить разные. Вот. Так что это все настраивается. Инструкция прилагается. И плюс еще я снимаю разные мини-инструкции. Опять же, просите, если что, что непонятно, в комментариях. И я в следующем ролике сниму. Этот ролик у нас немножечко спонтанный. Сейчас очень мало времени. Нужно отправлять уже заказчику. Но обязательно нужно было снять, поэтому сел. Ну, грубо говоря, без подготовки. Как говорится, по ходу. Вот подключили, поиграли. Можно попереключать. Можно попереключать звуки. Что-нибудь понежнее найдем. И так далее. Теперь смотрите, давайте сохраним скрипочку. Почему нет? Пусть она остается на первом пресете. Красиво. Смотрите, дополнительно можно каждый инструмент
можно менять, в какой октаве он будет звучать. Допустим, ну, допустим, хотите вы повыше октаву, чтобы играть там же, но этот инструмент звучал повыше в октаве. Вы нажимаете «Октава» и прибавляете или убавляете, и пробуйте. Видите, это ниже октава. Вот, допустим, да? Смотрите. Класс. Вот так. И опять же нажимаете «Сохранить». Я, допустим, вот эту сохраню. Вот, сохранили. Шикарно. А давайте поэкспериментируем, задублируем вот эту скрипочку с последним. Вот дуал нужно нажать, и тогда задублируется. Ну, такой странный симбиоз получился. Не будем. Давайте здесь. А здесь еще давайте попробуем поменять. Значит, через настройку, вот здесь, можно громкость выбрать. Вот нажимаете настройку, и меняется. Вот лампочка горит на громкости. Значит, в этот момент у нас настраивается громкость. Сейчас показатель 99, и его, соответственно, можно уменьшать или прибавлять. Просто поиграем, а детали уже настройки по запросам дополнительно уже кто будет в комментариях писать, либо в личку мне будет писать вопросы, я буду потихоньку отвечать. Да, кстати, был еще интересный вопрос. Если колонка заряжается и MIDI-система подключена к колонке, заряжается ли MIDI-система? Нет, нет, это только источник для звука. Вот. А гармонь MIDI-система заряжается отдельно, вот здесь у нее разъем и свое зарядное устройство. Давайте просто поиграем, попереключаем. Давайте по-простому «Яблочко». Если со скрипочками, то тут у нас уберем ударные и сделаем лирическое. А давайте в комментариях еще мне очень интересно, кому какая скрипка больше нравится. Вот такая более высокая, либо давайте поменяем. Вот такую.
дублируем. В общем, бесконечно можно играть, бесконечно экспериментировать. Давайте на этом остановимся. По поводу заказа MIDI-системы в вашу гармонь, либо в любую гармонь из нашего ассортимента, обращайтесь по номеру телефона, который где-то на экране дам, скорее всего, где-то вот здесь. И на сайте на нашем, на который ссылочка есть под видео, все гармонии, цены, MIDI-система, все там. На связи, всем удачи, музыки, добра. Пока.